Отрывок из книги «Огонь Прометея» Людмилы Леоновны Стрельниковой и Ларисы Александровны Секлитовой. Глава 20. Работа с информацией. Я подробно рассказываю об этих случаях, так как хочу показать, что Высшие для выполнения проекта Бога хранили не только нас, но и тех, кто должен был нам помогать. Бог каждому дает лишь шанс подняться или опуститься, а выбор делает сам человек. В любом сценарии есть главные действующие лица и второстепенные. Но без второстепенных и главные не всегда могут довести свое дело до победного конца. И я не имею права не вспомнить о тех, кто прокладывал эту долгую дорогу к приходу на землю новых законов.